Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Немножко их биографию. Маркус Стоун, автор жанровых и исторических картин, английский художник, график и иллюстратор. Данные из Википедии. Художник Маркус Стоун родился в Лондоне 4 июля 1840 года в семье знаменитого художника-аквариериста, который стал первым учителем живописи для своего сына. Маркус в академии не учился и после уроков своего отца несколько лет изучал живопись во время поездок в Италию и Францию. С 1858 года художник начал участвовать в выставках в живописи, но только через 5 лет, с 1863, стал популярным живописцем после представления на выставке исторической картины из Ватерлоо в Париж. Позднее художник создал большую галерею женских образов и стал известен как мастер сентиментальных сцен, иллюстрировал книги Диккенса и других популярных английских писателей. В 1876 году Маркус Стоун начал трудиться в качестве преподавателя в Лондонской академии художеств. В 1886 художнику присвоили звание академика. В следующем, в 1877 году, Стоун был избран членом Королевской академии, а в 1887 академиком. В своих ранних картинах он много обращался к историческим событиям, но в своих более поздних работах он занимался главным образом особым типом утонченных чувств, к которому относился с большим шармом, утонченностью и исполнительским мастерством. Одно из его полотен находится в галерее Тейт. Большинство его работ были выгравированы, ему были вручены медали на выставках во всех частях света. В 1871 году Стоун женился на Лоре Мэри Браун, дочери новозеландского торговца Уильяма Брауна. Умер 24 марта 1921 года. Работы этого художника представлены в крупнейших музеях и художественных галереях Европы. Вот так вкратце о художнике Маркус Стоун, автор жанровых и исторических картин, английский художник, график и иллюстратор. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.